капуки, кануки. Привет! Посмотри, мы с тобой в очень необычном городе. Это город варежки. Посмотри, сколько варежек. Их вяжут из пряжи. А еще из пряжи можно связать носочки, цветочки и даже светофор. А вот и машины гудят. Смотри, как много машин в доме варежки. Есть большие. А есть машинки поменьше. А сейчас эти машины едут в школу, потому что они будут помогать ученикам запоминать названия геометрических фигур и научат их считать до... Об этом мы узнаем в школе. Поехали! Путь в школу долгий. Нужно проехать мимо пожарной станции, заезжаем в лес. Тут растут самые разные деревья, на которых есть клубочки из пряжи. А здесь полицейский участок. Интересно, можно я посижу внутри машинки? А дальше я поеду в школу. Вот на этой машине. Кажется, машинки приехали в школу раньше меня. Что ж, давай посмотрим, все ли они привезли. Этот грузовик вез геометрические фигуры. Открываем и поднимаем кузов. Все ли фигуры на месте? Это цилиндр. Вот два параллелепипеда. Один мы можем положить вот сюда, а второй вот сюда. И призма. Молодец, грузовик! Спасибо, все привез. А теперь посчитаем шарики. Шариков очень много. Давай считать по три. Три. Шесть. Девять. Двенадцать. Пятнадцать. Вот это да! Спасибо, грузовик! В следующий раз привези нам что-нибудь еще. А пока... Будем учиться считать до 15. До новых встреч в музее варежки!